Активным магаданцам вручили призы. Первый оператор кабельного телевидения «Мир Антенн» провел конкурс детских рисунков на тему «Мой Магадан, моя Россия». Весь июнь дети в возрасте от 3 до 18 лет рисовали пейзажи, закаты, достопримечательности города, природу и подобные картины для оценки названия лучшего. Составом жюри были телезрители канала «Телемагадан». Всего участникам конкурса стали 53 ребенка. 19 из них получили в подарок электронные планшеты и наушники. Остальных участников не оставили в стороне. Им вручили наборы сладостей. Сегодня прошло награждение участников конкурса детского рисунка под названием «Мой Магадан, моя Россия». В конкурсе приняло участие порядка 50 человек. Самый маленький из них 3 года, самому старшему 17. Сегодня мы вручили призы, и я очень рад, что магаданцы активно голосовали за рисунки эти. И думаю, что эту практику мы будем продолжать. Подобный конкурс группа компаний «Мир Антенн» проводит впервые, но социально ориентированы они не первый год. Для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте от 60 лет, для людей с первой, второй группой инвалидности и для многодетных семей «Мир Антенн» предоставляет 25% скидку на кабельное телевидение. Также компания лояльно относится и к юридическим лицам. Для них стоимость тарифов такая же, как для физических лиц. Для подключения интернета, телефонии, видеонаблюдения, кабельного телевидения, для покупки антивирусного программного обеспечения и по другим вопросам можно обратиться в компанию по единому номеру в Магадане 300-100 или посетить сайт по адресу www.telemagadan.ru. Цены на услуги «Мир Антенн» одни из самых недорогих по Магаданской области.